Большой театр завершает балетный сезон премьерой «Ундины». Абсолютный бестселлер эпохи романтизма известен в разных редакциях. От оригинальной постановки Поля Тальони до типично английской версии сэра Фредерика Аштона, которую балетоманы любят за щепетильные отношения хореографа ко всем сказочным и бытовым деталям сюжета. В «Большом» не будет ни того, ни другого. Вячеслав Самодуров переписал не только хореографию, но и либретто трехактного балета. Парни всегда готовы. Катя, ты готова? Катя мудрая. Она говорит, я вам потом скажу. Ну ладно, ни пуха, ни пера. Удачи вам. Неизвестно, кто больше волнуется, танцовщики или Махар Вазиев. Ундина родилась в репетиционных залах на его глазах. Первая балетная премьера Вазиева на посту руководителя балета «Большого». Когда вообще в карьере, в творческой судьбе артиста случается, что на него ставят, и вместе с ним рождается новое произведение, мне кажется, что это самое главное, то, чего хочет практически каждый актер. И в этом смысле я им завидую. Среди подвижных декораций танцевать трудно, но танцовщиков больше пугают даже не колонны и ширмы. Сам танец, в котором героиня Екатерины Крысановой то ли летит, то ли скользит, то ли бежит по воображаемой волне. Чтобы у зрителя возникало такое ощущение, что я как бы над водой скольжу, и чтобы это было и легко, и неожиданно, и может быть, даже было непонятно, летаю я сейчас, или я плыву, или я скольжу. То есть, вот, ну, чтобы это было запутано. Она и есть та самая Ундина. То ли миф, то ли реальность, манящая, пугающая, словом, неземная девушка. В отличие от героя Игоря Цверко. В белом кителе танцовщик напоминает капитана дальнего плавания. Его партия называется «Беглец». Каждый мужчина в глубине души поймет, каково ему в этой шкуре в вечном поиске за призрачным счастьем. Хотя четкого сюжета здесь нет, фантазии и абстракция. А потому каждый зритель может додумать эту историю. Зритель иногда будет даже не понимать, что происходит на сцене, но в конечном итоге все-таки выстроит какую-то логическую цепочку, потому что ну, мы так созданы, люди, что в любом случае везде находим смысл, даже, казалось бы, в каких-то абсурдных вещах. Либретто, написанное Вячеславом Самодуровым, уложилось в 20 строк. Хореограф считает, чем проще сюжет, тем лучше. А вот музыка Хенце стала точкой отсчета, вернее, побега в свою реальность. Свою Ундину называют романтизмом 21 века, постановку триллером. Если вы услышите музыку, вы поймете, она кричит, она барабанит, она прекрасная, действительно прекрасная партитура, она была с трудом воспринята современниками. Русский конструктивизм вдохновил художника Энтони Макилуэйна на создание сценографии. Конечно, впрямую Малевича и Кандинского не цитировал, но имел в виду. Эскизы, которые он присылал в течение нескольких месяцев, Вячеслав Самодуров отвергал. Вместе они нашли образ спектакля. В итоге колонны, лампы, стеклянные ширмы, дышащие ткани создали несуществующий мир Ундины. Елена Ворошилова, Александр Садовский, новости культуры.